Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить с Карим. Ну что, мы цветки, древние цветки, как называется, нашли. Возвращаемся в Форт Рассвет, если не ошибаюсь, да, она называется -то. Стража Рассвета. О, нет, не то. Входим в него. Так, кому тут надо дать? Тебе, да? А ты уж слепой. Надеюсь, твои странствия увенчались успехом? А ты что, слепой уже, что ли? Со мной древние свитки. Мне очень жаль, друг мой, но я ничем больше не могу помочь. Почему? Что присел? Ты увидел, он слепой стал. Это моя вина. Я так спешил прочесть первый свиток, что пренебрег правилами предосторожности. Я думал, что мне это не повредит, но ошибся. И теперь расплачиваюсь за это. На твои глаза повязка? Ослеп? Ты... Да, боюсь, что так. Как-нибудь можно тебе помочь? Нет. Все должно идти своим чередом. И есть вероятность, что я уже никогда не оправлюсь. Значит, для нас все кончено? Нет, есть и другой путь. Вопрос в том, чем ты можешь рискнуть, чтобы найти лук Ауриэля. Что мне надо сделать? Я не могу гарантировать, что это тебе не повредит. Слепота станет самой малой из твоих забот. Не беспокойся об этом, просто скажи мне. По всему Тамриэлю разбросаны уединенные поляны предков. Есть одна и в Скайриме, в Сосновом Бору. Если провести на поляне ритуал мотылька предка, можно получить ответы, которые вы ищете. Объясни, что за ритуал? Нужно будет осторожно снять кору с поющего дерева, что в свою очередь... привлечет к вам мотыльков предков. Когда мотыльков соберется достаточно, они откроют вам второе зрение, необходимое для чтения свитков. Аккуратно добыть кору, как это? По традиции на поляне предков вам также понадобится особый инструмент, называемый нож-скобель. Всех жрецов мотылька обучают этому ритуалу, но немногим выпадает шанс провести его. Можете считать, что вам повезло, если у вас получится. Мне нужно прочесть свитки как в каком-то определенном порядке. Как я понял из видения, древний свиток, который предрекает вызов богам кровью смертных, ключевой для пророчества. Как мотыльки связаны с древними цветками? Ну, тебе, несомненно, уже ясно, что нас не случайно именуют жрецами мотылька. Голос мотыльков предков всегда был неотъемлемой частью чтения древних свитков. От мотыльков из звука ты не услышишь, не то что голос. О, конечно, они не читают свитки в буквальном смысле, но представляют связующее звено с древней магией, что позволяет жрецам расшифровывать свитки. Когда найдешь поляну, прислушайся. Ты услышишь их песню, тихую мелодичную трель. Простите. Какие сплетают хор предков, придавая ему подобие примального авгура. Он и становится инструментом для прочтения свитка. Итак, это помогает жрецу мотылька? Если рядом со жрецом есть мотыльки предков, он может воспользоваться пророческими предсказаниями мотыльков. Лишь самые упорные из жрецов способны на это. Требуются долгие годы практики, чтобы научиться толковать мелодию.
Тогда как его вообще у меня шанс? Тебе удалось преодолеть долгий путь и найти не один древний свиток. Веришь или нет, но у свитков есть собственная воля. Если бы они не хотели попасть тебе в руки, они бы этого не допустили. Потому я не сомневаюсь, что тебе предопределено услышать хор предков. Есть лишь один способ это проверить. Ну ладно, это я не буду не спрашивать. Так, сколько у меня там? У меня груженный я. А что у меня так дофига весит? Вот это да. Из одежды. Это мало весит всего. Что там, я вот тут что-то дофига набрал, да? Ну да. Ну тут по одному они тоже весят. Чё какой-то. Нифига себе здесь. Это поворот судьбы событий. Перо. Блин, ну весь дофига, к какому заданию фиг помер, да? Чё, не, нафиг мне дался. Желанные ответы. Ну чё, пошли. Блин, не на ту нажимаюсь, блин, что-то. Ну, сначала магазинчик. Сходим. Так, это куда идти-то надо? Ё-моё, а? Здесь понятно. Я не вижу, где у меня задание. Ну ладно, сейчас после Вайтрана сходим все продавцу, продадим что ненужное. Эта война такая же глупость, как вражда с кланом Серой Гривы. Танцы нормальный парс. Так, вот он где-то... А, ну это на дверь показывает. А, вот она. Поляна предков. Понятно, тут... От Фрогрита недалеко. Ну чё, давайте торговцу. Так, вот ты тут... Ты чё смотришь? Я тебя не боюсь, ясно? Хоть я и младше. Да мне ты нафиг не нужна. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Да-да-да, я знаю об этом чудесный продаж. Да, ты свою сестру того, даже продашь. Немного всего. Блин, ну ты даешь. Да, а. Немного того, немного всего. Так, оружие. А можешь его попробовать снять? Ну ладно. Одежда. Кольц бери. Блин, у тебя уже все? Ё-моё, а. Отчуми просто, а. Да. Заходи еще. Да без проблем, зайди. Надеюсь, мы скоро до... Да-да, до полянки предков дойдем, подожди ты. Мы это делом и будем заниматься. Дай мне знать, если тебе что-нибудь... Надо что-то освободиться. Вид у тебя бледноватый. Да-да, я вообще больной, наверное, не знаю. Так, хотел химию. У нас так. Сиродили, это настоящая напасть. Остань здоровье. О, восстановим магию. Обязательно надо. У меня есть средства от всех болезней, простых и не очень. Если чем могу помочь, говори.
Чего? Магия восстановила нас в организме быстро в течение 30 секунд. Нейтрализует 24 огненного урона, действует 60 секунд, цель на 24. Урон холоду в течение 30 секунд. Восстанавливает 51 магия. Вот это поворот, блин, а. Ну все, тут я больше ничего делать не буду. Чуть-чуть алхимией позанимались. У меня есть пара. А, так значит ты алхимик. Да, еще какой, блин, а. Так, восстановить здоровье, повышение. Лука, двуручник. Нифига, сколько стоит. Спортивный холд. Давайте посмотрим, сколько. Вот я делаю-то. А, вот оно, тут написано. Вот так вот. Да-да-да. Все, до свидания. Если потребуется лекарство. Фигово, нигде их мало. Конечно, красноречие. За это и качается. Так, ну чуть освободились мы, конечно. А, сейчас я сбегаю еще сюда. Предел драконный. Храм пошел куда-то. Все посты, что ли? Так, устали уже. А сколько у нас... А, чуть-чуть осталось до уровня. Это все уже будет... 33 уровень. Ну, нифига себе, так мало. Ну чё, вот оно и есть. Так... Мне сюда надо. Спасибо, что не занято. Что могу я снять? Вот только вот это. И все. Ну понятно. Так, это снято. Предметов. О, вообще еще лучше стало. Ну давайте. Вот так пойдем как раз. Давно здесь я не бегал. Очень давно. Так, и... Себе. Сюда. И оттуда можно дойти пешком. От себя. Так-то все тихо. Это ж прекрасно. Так, сюда. Разные. Это я убирать не буду. Это уберу. Золотой свиток. А, это нельзя, нифига себе. Квест какие-то. Кто, я даже не понимаю, где, откуда. То пускай будет здесь. Рон бумаги один я уберу. Так. Это будет серебряный свиток. Это зачем? Ну сейчас добуду. Так. Это тоже по половине что-то. Вот так вот. Так, оружие. О, одежда. И вот так, да? Это пускай со мной ходит. Так, оружие. Охоточный тебе. Ну все. Так. А, ну надо цветок добыть. Цветок. А ты чё, не... По алфавиту? Да.
Так, серебряный. О, да, я сюда артефакт положил. Ну, конечно, нет, скажут, что надо с ним с собой сходить и постоянно это тебе этот ловить душ, а потом его пользоваться. Конечно, хорошая штука. Все-таки мне нужны. Достать клиент. Кому и чофик поймешь? Ну ладно, я так взял, так и так. Кому там чофику поймешь? Не знаю я. Вам нужен цветок? Не помню уже. Ну что, погнали к предкам. Не пошли. Ну это я знаю здесь. Видел много раз. Кто-нибудь здесь? Сосна заставы. Вот этот участок продали, а тут рядом тут такая фигня, сосна. Заставы. Что-то долго грузит. Что там? Блин, не бой, я стеклянный. А тут бандиты рядом со мной живут. Понятно, все. И это открывается. Но здесь были. Вот она фигня. Можно идти дальше. Но этим заниматься я не буду. Идем скорее. Погнали. Мы уже близко. Так, грибочки. Ну как хорошо, блин. Предков еще близко от моего дома. Тогда же зарядить. Не-не. Это что уже? А, 21 день заката. Руда. Драконы рядом обитают. Быстро сохранили. Это какие-то медленные. Че мы уже пошли здесь. Вот оно есть, вот это 6, я нет. Сюда мне надо идти. Не, так забраться тут не могу. Да. А, значит, по этой дороге, да? И тут тупик, что ли? Не. Дорожка есть. Тихо. Что-то музыка поменялась чуть. А это чё, ты типа пока что-то дорога есть, да? Можешь забраться. Но со мной склон какой-то высокий. Такой участок еще сделали. Тут как будто что-то упало. И мне сюда? А, это ещё пещера, ё-моё, очмень просто. Тут еще кто-то спал. Снежный волк. Ну это поворот. Ну давайте пойдем. Посмотрим, что здесь поляна предков. Только почему она в пещере?
Так. Нифига, вот это поляна предков. Что-то знакомое. Не слишком впечатляет, да? Если это путешествие обернется потерей времени, мне парить по душам, сбить по душам с Диксионом, когда мы вернемся. Что-то знакомое. Что-то такого подобного. Что-то я не понял. Что-то я недопонял. А, ё-моё, а. Что-то я тут не заметил. Вот я слепой, а. Нам сюда надо идти. Я думаю, что за фигня какая-то. Все, в тупик, больше ничего нет. Только странно, бревно тут стоит. Между нами по бревну идти. А когда она полностью гниёт, что будет? Блять, снова что-то сдавать? Очумить просто, там наверху. Зима. Ого. Посмотри кругом. Мы первые посетители за много столетий. Как тут красиво. Думаю, в Скайриме не найдется места прекраснее. Да. Вот это оно и есть. Это что такое? Нож. Вот это нож. Эти бабушки можно поймать? Нет. Что, сохрани нож? Ну, нож у нас. Теперь нужно только найти одно из этих поющих деревьев. Будем надеяться, Диксион не ошибся, и мотыльки обожают эту кору. Посмотри на них. Ты им определенно нравишься. Либо мне кажется, либо ты начинаешь мерцать. А чё, мне надо их сходить собирать, что ли? Очуметь просто, а. Тебя вокруг меня они летают, да? А как вот этих достать? Из фонтана что ли? Бегать-то. Да, супер вообще просто. А, вот тут лестница есть, а я как... Не знаю кто. А последняя осталась. Последняя единица. Так, здесь вот это. Ну все. О, думаю, возможно, это то, чего мы ждали. Вернемся и посмотрим, удастся ли нам прочитать свитки. А, и на это свет, да? Я фиг узнаю, как тут спускаться, я так спущусь. Так, и все, я могу взять себе свиток. А где он, этот свиток-то? Я ничего не положил его. А, не. Что-то я ничего не узнал. Ну, я стою здесь. Что по заданию?
Цветок крови теперь. Так, книги. Где книги? А, вот они, книги. Я что-то ничего не понимаю. Нафига себе, это что он рисует-то? Что-то я не понял, что это такое вообще? На карте что-то обозначает? Ступить столб света и честь. Так, поговори с сиреной. Сирена, здорово. Ты в порядке? На тебе лица. Ну, не со мной все в порядке. Мне на секунду показалось, что я тебя потеряла. И он со мной все в порядке. Я никогда не доверяла этим свиткам. Кто знает, что эти штуки могли с тобой сделать? Посмотри только на Диксиона. Что насчет лука Ауреля? Ты знаешь, где нам его искать? В месте под названием Вечерная пещера. Тогда развязка близка. Мы положим конец этому дурацкому пророчеству. Где эта вечерняя пещера? Да фиг узнать, да. Цветок указывает мне не точное место. Тогда вперед. Нужно попасть туда прежде, чем отец нападет на наш след. Офигеть просто. Тебя не смущает, что мы работаем против отца? Не могу сказать, что это меня удивляет. Я, в общем, догадывалась, что рано или поздно до этого дойдет. Только не знала, когда. Ты переживешь, если нам придется убить его? Если? А мне казалось, что там. Нифига себе, это что за говно? Что говно здесь прибежало, а? Откуда? Вы, блин, демоны. Надя баба, урод поганый. Вот это напали они, а? А, это за нас. Блин, вы меня напугали. Отмычка, картофель какой-то. Кто такие вообще? Вампиры, блин, они уже здесь. Понятно все. Так, зелья. Восстановление здоровья. Восстановление маны. Восстановление колдовства. А чё, а маны сколько у меня сейчас? Понятно, я там что-то наделал, что у меня так получилось, что у меня мана уходит. Я, короче, лечу ее, а она опять уходит. Так, значит, берем вот это. Щит. И клинок. Что-то вы какие-то странные, а? Нифига себе, как вот так? Тебе меня не побить. Нифига, я новый уровень получил, чё? Я погибаю. Чё, крик-то не работает, а? Ну чё, заблокировали мне крик, что ли? А ну, а почему у меня щит-то не... Чё-то сражаюсь без щита. Так, зелье, блин, фигово. Сильное зелье лечения. Вот ты палу-то, а?
то, не то. Надя пала. Она же еще это восстанавливается, а? Вот пала такая, а? Да блин, убьем давай ее, ё-моё, а? О, наконец-то. Блин, вот это вампир, блин. Фиговый, блин, вампир, а. Я на пацаны не заразили меня случайно они своей фигней, блин. Уже за нами сережка пошла. Все, ё-моё. Конец нафиг. Хороших покоя. Сейчас мы приближаемся. Так. А куда нам надо-то? Вечерная пещера. Понятно все. Здесь, значит. Теперь все ясно. Я давай тебе вызовем. Ну ты самый слабый для меня. А, у меня новый уровень. Так. Берем здоровье. Когда 100 тут ничего не сделаешь. Так, двойное колдовство, призыватель. Ну это 70 надо, понятно. А что еще? Так, разрушение, что я могу? Так, что тут? Вот. Вот это выучим. Пусть будет у меня. Процент побольше я мог наносить. Все, скорее мы выходим. Мы их убили. Так, 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 так. Что у нас тут близко? Это как надо вот так идти. А, давайте отсюда пойдем. Туда. Опа, и мы здесь. Ты тоже здесь? Это хорошо. Кажется, нам надо подниматься наверх. Тут нету? Не. Ну туда ты пешенство можешь, значит, не сказать. Ну, не туда пришел. С начала. Храбы какой-то. Так, вот оно и есть здесь. Проход и туда потом идти. Вот. Сейчас вот добежим до сюда. Вот наше путешествие туда. Ну, я думаю, на этом мы закончим. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всем вам удачи и пока.